Всем здравствуйте, попробуем пройти непроходимую игру с врагами, которые телепортируются. Большего бреда я, конечно, еще не видел. Но автор игры тут явно не доделал эту игру до ума. Вот мой перс ходит нормально, вот куда бы я ни пошел. А враги рывками телепорты. Особенно около машины. Не пойму, в чем прикол. Нормально не сделать игру было. Тут еще бывает, пульки сквозь них пролетают, и они не убиваются. Это тоже как бы в этой игре норма считается. А, мне тут просили игру пройти сегодня, космическую, там где вот этот робот, ребят, робот какой-то на экране там ездит. Управляешь роботом, я же не помню название. Ну, дело в том, что я просто не смогу запомнить все вот эти... все правила. Вот мне сегодня человек расписал правила по этой игре. Там реально до хрена просто надо запоминать. Это или где-то на бумаге надо записывать во время прохождения. Поиграть-то мне, ребят, несложно. Мне жалко просто потратить еще несколько часов времени и с нулевым результатом. Я ж, в принципе, и раньше-то играл. О, видели, да, телепортировался гуманоид. Я уже даже от гранат кривых научился уворачиваться. О, граната вылетела с трупа. Тоже норма. Двоих забил, но ничего. Так обидно. Как ты попал в меня? Ну, да не, ну нахер. Это бред, это просто бред, но я не понимаю. Так. Я не помню, короче, я доходил до шестого уровня тут. И после шестого уровня вот они начинают просто телепортироваться бесконечно. Причем толпой огромной ходят. Да ну тебя к лешему, да что ж такое, ребят, не могу понять. Ну не получается у меня и все. Ну, не знаю, как в эту игру. Причем я смотрел версию на Commodore. На Commodore 64 версия гораздо легче, там реально у игры физика как бы учитывается, здесь физики нету. Я даже по описанию по этой игре почитал, ну там перевел с английского языка. Нет какого-то толкового способа прохождения, нет описания, как проходить эту игру.
О, ведь он вот застревает около машины тоже. Я специально даже вот видео не останавливаю, чтобы заново начинать запись. Просто, чтобы все видели, как это тут реализовано. Косо и криво. Класс, труп и кидающий гранаты, офигенно. Чё, типа с последних сил. Да я не знаю, как тут метко стрелять, в общем. Здесь фигово, что он стреляет, когда стоит. То есть идти и стрелять нельзя тоже, но так глупость какая-то. Хромой какой-то или кривой, ну, в общем. Весьма странный геймплей. Вот тут должен быть снайпер сейчас. А его нету. Вот в описании игры написано, если перевернутая машина, то рядом снайпер. Ни хрена нету снайпера. То есть, может это... Может просто это описание кто-то скопипастил, скорее всего. Вот еще вот где снайпер, я его не вижу. Упор не вижу. Хотя баррикада стоит. Чушь какая-то. Блин. Что там тарахтят на улице. Так, тетку опять мы прибили, она потому что она сама полезла на пули. А вот тут снайпер есть. Розовые машины, это сильно. Розовые люки. А здесь как-то пройти там мне. Он же не даст мне пройти. А, он снайпер, короче, немножко останавливается. Не останавливается. Что-то реально до хрена снайперов тут. То обычного, то ни одного, то вот сразу целая туча. О, снова телепорт. Снова телепорты пошли. Короче, лучше около машины вообще не стоять. А то они тебя замучают. Жахнуло красиво. Кстати, в описании игры сказано, что это гранаты. То есть это не коктейли Молотова, это именно гранаты. Хоть один раз попал. Ты какой ты бессмертный-то.
Но я четко в него попадаю. Блин. Блин. Что-то тут они вообще разошлись не на шутку. О, как он телепортируется весело. Эй, да, хорош так метко. Чё тут как-то метко кидаете? Слишком уж метко они. Блин, ну я тут уже реально на пределе играю. И как мне тут вылезти? Вот так, да? Ну, здесь я как помню, можно... Здесь немножко можно за дом выходить. Охренеть, что творят. А чё они как-то не толпой ходят? Не должны... Вот так, да, толпой идите. Странно, что они не толпой начали идти. Опять попали, замечательно. Бонусик нам отвалили. Все, сейчас он будет максимально быстро бегать, как ненормальные. Да ты видел, как он? Я даже не успел. Да хорош. Я даже не успел понять, что тут происходит. А граната уже полетела прям. Он чувак исчез, видели? Один чувак исчез просто. Куда-то. Офигенно, да? Меня прикалывает физика гранат. Граната летит, а потом падает с ускорением, как ракета. Это альтернативная, видимо, вселенная какая-то у этой игры. Не, ну серьезно. Получается. Даже.
Ой-ой-ой-ой-ой, чуть-чуть это... Здесь управление малость еще кривое. Ну чё, все? Еще одного Грохтера. Ну ты смотри, получилось, да? Ну вот, до шестого я доходил, сюда до шестого я не могу пройти. Просто они непомерно быстро бегают. И снайпер тут начинает просто читерить, ребят. Охереть, последний демон. Ну я даже не знаю, ну не получается, ну там насрать на него. Не гранатами просто кидает, как очередями. Вот, ребят, все, до сюда, даже я, даже до сюда не доходил ни разу. Не смог усилить. Как бы тут сейчас я буду аккуратно максимально играть. Опять чувак куда-то исчез один. Серьезно? Я просто очень удивлен. Да пофиг, а ну-ка, это конец игры, надеюсь. 7-7 левел, это жесть. Это жесть. Я не знал, что тут 7 левелов. Я, честно говоря, думал вообще-то, что тут их 5. Изначально. Да, они гранатами сейчас меня замучают просто. Все, замучили, ребят. Ну, тут невозможно просто увернуться было. Если только с охранкой как-то играть. По-моему, да, 7-10 уровней, 7 уровень последний. Ну, вот куда смог, туда, ребят, дошел. Потому что я смотрел видосики на ютубе, там люди дальше второго уровня даже не могли дойти, короче. Так что, ребята, ставьте лайк, поддержите канал как можете. Всем удачи, всем настроения.